Мальчик, который кричал «Волк, волк». А сейчас, да, впору кричать «Волк, волк». Я не знаю, признаться вам, как вас напугать как следует. Как напугать всех как следует. Как нужно расчеловечить противника, врага, чтобы вы его испугались. Но потому что мы так долго во всевозможных телевизионных эфирах, в радиоэфирах, в статьях ржали над недотёпами, над бессильной Украиной, недо-Россией и над бессмысленным Западом, у которого Байден в Альцгеймере и в Паркинсоне, что вот все происходящее сейчас, оно в эту забавную крокодиловскую сатирическую картинку не укладывается. Правда ведь? Ну, согласитесь, враг оказался невероятно жестоким. Эти сбройные силы Украины, они почувствовали запах крови. И действительно для многих стало, к сожалению, откровением, что Запад сделал ставку. Я убежден, что они эту ставку сделали с самого начала на военную победу. На военную победу. И они готовили и готовят части украинской армии и снабжают ее любым оружием. И я убежден в том, что поток оружия не просто не ослабеет, а будет увеличиваться до бесконечности.